Ну да, трасса отрачена. Посмотрим, как она дальше будет. Всем привет! В огоньках. Не я один, машины еще есть. Так что людей будет, видимо, сегодня много. Ну, сейчас прокатимся. Воздух свежий, красота. Вообще, блин, кайф. Ну вот, и начало маршрута. Вообще, конечно, красивые места у нас. Лесочек. Снега, конечно, внизу не очень много. Красота. Чтобы не пропустить новое на канале, свежее видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчик. Вам не сложно, мне приятно. Заранее спасибо. Раком все прошли. Очень лес. Потрясуха. Красотень. Ну ладно. Не так часто будем снимать. Вот классический этот 3-километровый подъем, который в Баме сначала поднимаются. Вот. Такой хороший тягунчик. Ой, извиняюсь. Очень неудобно идти и снимать. Вот. Настроение офигенное. Пришел посмотреть, где будет трасса Бама. Вот. Блин. Вон там электрички, поезда внизу. Лезем на гору. Вот такие вот красоты открываются с лыжни. Вообще, конечно, супер. Красотень. Так что участвуйте, не пожалеете. Вот такую арочку сделали. Сегодня в этом году будет юбилейный 40-й марафон. Вот. Молодцы. Большой альпинистский марафон. Так вот. Иду, хочу посмотреть трассу. Вот. Это вот заканчивается подъем в эту горку. Всем привет. Сейчас, я так думаю, 14-километровый будет круг. И потом поеду уже на финиш. Виды продолжают радовать. Вот такие вот скальнички Алхинского плато. Может, за березками не очень видно, но вот стеночки очень интересные. Вот, лыжня нарезана замечательно. Вот так вот едешь с горочки и выскакиваешь. Вот такие замечательные полянки с березками. Сейчас опять в лес уйдем. Вот подъем Шестакова. Такая вот сейчас горочка будет. Вот, пункт питания будет здесь. У меня шикарно. Всем привет. Катимся потихоньку. Вот еще одна стояночка. Классная такая. Здорово. Здорово.
Наверное, пойду еще на один кружок зайду. Трасса размеченная, поэтому ехать одно удовольствие. Елочки стоят, снегу. Лыжня шикарная. Главное, чтобы она не растаял снег до марта. А так вообще, конечно, супер. Красота. Ну что вам сказать? Вообще все замечательно. Странно, что люди сюда не едут массово кататься. Вот. В принципе, конечно, далековато, если без машины на электричке, и сюда ехать на целый день. Лыжня идет в лэп. Вот. Еще одна стояночка со столами. Летом здесь дофига народу шарахается. Ну вот есть пару таких вот на тёках, наледи потом будет. Ну что здесь, видимо, ручей бежит, весна начинает брать, входить в свои права, ну и водичка скапливается. Ну вот, прокатился, лыжня шикарная. Тонул в удовольствие, ну, народ стоит на машинах. Так что вот, советую, ездите, участвуйте. Сейчас погода теплая, классная. Так что welcome, при условии, что везде марафоны отменяются. Природа шикарная, красотень. В завершении видео предлагаю вам посмотреть окрестности, где проходит лыжня, и на станцию Огоньки. Вот по таким красивым местам мы и катаемся. Канал. Очень приятно получать от вас обратную связь, лайки, просмотры, ну и, конечно, комментарии. До новых встреч, друзья! Еще много чего будет на канале интересного.